очень беспокоит линия атаки у нас, так как мало забиваем, и если и забиваем, то только со стандартов. Ну, над этим работаем, ну, надеемся, что, может, через два дня, может, получится то, что мы думаем, то, что делаем на тренировках. Ну, просто обидно, что моменты создаем, к сожалению, вот пока реализация никак не получается. Скажите, вот для Локомотива, в принципе, Краснодар удобный соперник, потому что вы в прошлом сезоне не проиграли ему ни разу. Сейчас вы рассчитываете на победу? Ну, мы в каждой игре, конечно, рассчитываем на победу. То, что касается Краснодара, действительно, нам весной и в прошлом году в Москве удалось их обыграть, но все равно это очень достойный соперник, хорошая команда, то, что они доказывают на играх Лиги Европы, то, что игра будет тяжелая, это я даже не сомневаюсь, у них тоже есть желание обыграть нас. То, что удобный соперник, ну, не могу сказать, что удобнее, ну, просто так получилось, что мы выиграли оба матча. Саркис Иванович, Краснодар удар начал сезон, громил соперников у себя дома. Но вот потом был этот матч со Спартаком, ничейный результат в Самаре. Вот какой Краснодар настоящий? Тот, который громил, или вот этот не проблемный? Ну, опять же, ну, получается, игры все, мячи, голы забиваются. Где-то там рикошет, где-то стечение обстоятельств. Но то, что сказать, что в той игре они хорошо смотрелись. Ну, у них есть своя линия, они все время играют комбинационный футбол. Но где-то соперник где-то позволяет чуть побольше, где-то чуть поменьше. От этого, я думаю, и результат. Сейчас все мысли исключительно о нашей игре или думаете тоже об очках турнирной таблицы, о том, что до сих пор не выигрывали? Ну, конечно, из головы не выкидываем, вот то, что очков мало, побед нету, поэтому очень надеемся, что наконец-то, может, послезавтра прорвем вот эту неудачную линию, то, что играем все время в ничью, может, и где-то повезет нам. Тот факт, что Краснодар участвует в Лиге Европы, вчера провел матч, соответственно, потратил больше сил, станет небольшим преимуществом для Локомотива? Ну, я бы сказал, преимущество было бы, если бы играли бы все основные игроки Краснодара, тогда, наверное, да. Но так как многие ребята не играли, они пропускали эту игру, я думаю, они будут свежие. Не думаю, что такой усталости у них будет.